Всем привет! Сегодняшний обзор про средства от компании Hope Naturals для волос с тремя протеинами Frizz Control, которые помогают делать волосы более гладкими, помогают против электризации, eliminates frizz and tangles, убирает различные, там, я не знаю, если у вас волосы запутываются, и делает структуру волос более мягкой. Короче, по описаниям, очень такое классное чудо-средство for dry, damaged or colored threaded hair для сухих, поврежденных или окрашенных волос. Как раз-таки я знаю, что длинные окрашенные волосы, они становятся какими-то прям неживыми и запутываются. Здесь содержится wheat, soy and silk proteins, протеины пшеницы, сои и шелка. Шелка. Preservative and fragrance free. Не содержит консервантов и различных ароматизаторов. Очень такая лаконичная упаковка. Использовать spray directly on damp, on dry hair. Можно использовать на наносить спрей на сухие или влажные волосы. Укладывать, как обычно. Can also spray on comb or brush to apply. Можно использовать даже на наносить на расческу и расчесывать. Вот, ингредиенты неплохие, и все, и больше ничего. Выглядит средство вот таким вот образом. Я его уже начала использовать, наверное, использую около недели. Получается, у меня каждый день наносить его, то есть я его просто поставила на ванной на столик, и то есть вижу, использую, и получается, где-то каждый день удается наносить. Здесь 59 миллилитров, он не пахнет, такой жиденький. Да, не пахнет, и если нанести его на ладонь, например, вот, то как будто бы он такой прям жирный. Ну, чувствуется масло. То есть блестит. Вот. И пахнет как будто бы маслом. Но если нанести на волосы, то никакой жирности на волосах не остается. Потому что чаще всего я его распыляю именно на сухие волосы. Стараюсь на кончике. Вот, ну и немножко там по всей длине, где-то пшиков 5-6 в одно применение. И волосы не становятся жирными, и это мне очень нравится. Я взяла, просто увидела это средство на тот случай, вдруг оно какое-то классное, волшебное, и сделает мои волосы еще лучше. Вот, пока я им буду пользоваться, буду тестировать здесь этого средства еще достаточно много, не знаю, насколько мне хватит. Вот, но к тому моменту, когда я это видео залью, скорее всего, я буду использовать данное средство уже не менее 2-3 недель, а в общей сложности получится месяц, скорее всего, вы уже сможете задавать свои вопросы, и я на них полноценно буду отвечать. Пока у меня особых наблюдений по этому средству нет. Нравится только то, что не делает волосы жирными. На этом у меня все. Надеюсь, обзор оказался полезным. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите. Я с удовольствием на них отвечу. Подписывайтесь на канал, будет еще очень много интересных видео. Всем пока и до новых встреч!